Добрый день, друзья! Сегодня приготовим малиновый чизкейк. Чизкейк имеет нежную творожную текстуру с ярким вкусом малины, а шоколадное тесто придает ему особую глубину и аромат. Помойте малину и добавьте 2 столовые ложки сахара. Пробейте погружным блендером, затем протрите через сито, чтобы получилось гладкое малиновое пюре. Ингредиенты и их количество вы найдете в описании под видео. В глубокой миске смешайте творог, 200 граммов сахара, ванильный сахар и порошок для приготовления пудинга. Добавьте яйца и тщательно перемешайте. Разделите полученную массу на 2 части. В одну из частей добавьте приготовленное малиновое пюре. Это станет малиновой частью для чизкейка. Нагрейте духовку до 185 градусов и приступайте к приготовлению теста. Взбейте размягченное сливочное масло с 80 граммами сахара до получения светлой массы. Добавьте яйцо, затем муку, разрыхлитель и какао-порошок. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста. Выложите тесто в форму диаметром 26 см. Предварительно выстеленную бумагой для выпечки на дне и смазанную маслом по бортикам. Поставьте форму в духовку и выпекайте основу для чизкейка в течение 10 минут. После 10 минут выньте основу для чизкейка из духовки и аккуратно вылейте на нее одну часть творожной массы с малиновым пюре. Поставьте обратно в духовку на 10 минут. Затем аккуратно распределите сверху вторую часть творожной массы, создавая второй слой. И верните чизкейк в духовку. Продолжайте выпекать в течение 30-40 минут до готовности. После выпечки дайте чизкейку полностью остыть в форме. Перед подачей удалите боковое кольцо формы, украсьте сверху свежей малиной и посыпьте сахарной пудрой. Малиновый чизкейк готов. Нежное творожное основание сочетается с яркими нотками малины, создавая великолепный вкусный десерт, который обязательно понравится всем вашим гостям и членам семьи. Приятного аппетита!